сказал. Я не могу помочь. Нет, я знаю, ты можешь. Я знаю. Я верю тебе. Не стоит. Let's go.
Yeah!
только Кратос, призрак Спарты. Падший бог, проклятый смертный. Я не буду марать рук о муху, севшую назад Зевса, Гермес. Это слова труса, Кратос. Ты просто не можешь поймать меня, вот и не пытаешься. Кратос, и куда же ты путь держишь? Как дела у твоего семейства? Ах да, ты же собрался убить отца, Зевса. Ты не сможешь, никто не сможет. Кратос решил насмешить богов. Опять. Ничего не меняется, ничему-то он не учится. Кратос — глупец, убивший свое дитя. Кратос — глупец среди богов и смертных. Навсегда обречен, навеки он проклят. Он жаждет только одной лишь мести. Спартанец идет по пути к позорной смерти. Ящик Пандоры. И как это понимать? Глаза не обманывают тебя, Кратос. Это тот же ящик, что был открыт много лет назад. Сила для убийства бога все еще сокрыта. Я выпустил эту силу, когда убил Ареса. Нет. В этом ящике скрыта еще большая сила. Она спрятана от мира. Все началось, когда Зевс победил титанов в Великой войне. Зевс понимал, что бедствия, порожденные этой битвой, если дать им волю, способны разрушить мир людей и богов. Чтобы спасти мир от бедствий, Зевс повелел Гефесту создать для них прочное хранилище. Страх, жадность, ненависть. Он заключил их в ящик, надеясь, что они никогда не омрачат его царствие. Когда ты открыл ящик, чтобы сразить Ареса, запретная сила вырвалась наружу. Узрев твою победу, Зевс был охвачен страхом. Но пламя смертельно. Как я смогу достать ящик? С помощью той, чье имя он носит. Пандора? Она — ключ к пламени Олимпа. Ключ к нашей мести. Это будет не просто спартанец. Мне несложно справиться с девчонкой, Афина. Надеюсь, это так, призрак Спарты.